Дорогие друзья, я могу поделиться своей собственной историей и буду счастлив, если она вдохновит кого-нибудь еще. Полгода назад я посмотрел фильм «Любэ Аркус, Антон Тутриатн». Это фильм о мальчике с аутизмом Антоне Харитонове. Я был очень сильно тронут этим фильмом. Когда узнал, что Люба в Петербурге создает фонд помощи людям с подобными особенностями, я понял, что я хочу быть к этому причастен и по мере своих сил помогать этому замечательному начинанию. Когда я познакомился уже с будущими студентами этого центра, я был поражен, насколько это невероятно талантливые, творческие, открытые, тянущиеся к общению люди. Давайте вместе поможем приспособиться им к нашему обществу. Поверьте, нам есть очень много чему научиться у них. Давайте поддержим центр «Антон тут рядом» и поможем им помочь нам, а нам помочь им. Спасибо.